Вітаю, це проект «Нарада» на Першому міському, як завжди о 17:20 і як завжди у прямому ефірі. Сьогодні говоримо про класичну музику, про її проблеми і про її успіхи у місті Кривий Ріг. Говоримо з викладачем-методистом, керівником камерного оркестру Криворізького обласного музичного коледжу у студії Юрій Абрамович Шильман. Вітаю. Вітаю. Ви дуже відома людина у Кривому Розі. Вас, ті, хто хоч щось знають про музику, явно знають вас. Якщо, може, не знають на ім'я, явно бачили на великих музичних подіях. Хочу у вас запитати про культуру спочатку. Вона різна, вона дуже многогранна. Я хочу дізнатися у вас, як ви бачите сучасну культуру? Довольно сложний і об'ємний вопрос. Знаєте, культура – это как часть человеческой жизни, это часть то, что человек потребляет, и он может потреблять серьезную культуру, а может потреблять развлекательную культуру. Весь вопрос в том, в круге его интересов и, конечно же, в балансе того. Серьезные музыканты, серьезные люди искусства, они же не всю жизнь только сидят и играют фуги Баха или симфонии Бетховена. Они интересуются разной музыкой. А хотелось бы, чтобы некий баланс в этом был не только среди музыкантов, профессионалов, но и среди тех, которые просто обычных людей, которые чаще всего говорят, что для них классическая музыка слишком сложна, она непонятна, она не нужна, ну потому что для того, чтобы ее понять, нужно каждому провести какую-то, даже не какую-то, я бы сказал, а довольно-таки большую работу над собой. Багато людей по звуках, по мелодії можуть знати цю композицію, але точно не знати, хто виконавець, хто автор цієї композиції. Це правильно чи ні? Насправді класична музика, справжня класична музика, вона дуже популярна, тому що ви тільки почнете награвати, каже кожна людина, а я знаю, не знаю, хто написав і коли, але мелодію знаю. Чи це не є теж популярною музикою в такому класичному варіанті? Почему? Это есть. Достаточно взять каждому свой телефон и услышать там рингтоны. Там есть все. И Бах, и Моцарт, и Чайковский, Бетховен, к Элизе. Вообще, по-моему, у каждого третьего стоит на рингтоне. Скажіть, будь ласка, велика кількість об'єктів, які займаються з дітьми культурою, з дорослими культурою у Кривому Розі. Є сенс з такої великої кількості існування палаців культури, гуртків, приватних ініціатив? Ну, тут однозначно, абсолютно, тому що я вважаю, що кожен ребенок должен обязательно получить какое-то начальное музыкальное образование. Не для того, чтобы он стал профессионалом, не для того, чтобы он научился играть на уровне, скажем, относительно более или менее серьезном. Занятие музыкой делает человека лучше, чище, не будем бояться таких вот определений. И знаете, я вам скажу, что чем больше мы потратим на культуру, чем больше мы потратим на эту сферу, тем меньше мы будем тратить на искоренение негативных сторон нашей жизни. Що ви маєте на увазі під заняття музикою? Тому що музичні уроки є у кожній школі, але я так розумію, що цього, на вашу думку, не вистачає. Да, думаю, що цього зовсім недостатньо, тому що нельзя, скажем, по рассказам, как выглядит или какой вкус имеет сыр Рокфор, понять, какой он имеет... его зрозуміти, який... понять, какой або это нужно. Або побачивши Ейфелеву вежу... Знаете, был такой выдающийся великий пианист Ферруччо Бузони, и он просто сказал, что для того, чтобы понять музыкальное произведение, нужно проделать над ним половину работы. Половину.
Пусть они проделают не половину, пусть попробуют хотя бы треть. Як повинні батьки займатися вихованням культурним і музичним дітей, ну, у мінімумі, на вашу думку? Я думаю, что, как во всяком деле, нужно начать с себя. Вот родители, у которых дети пошли в школу музыкальную или пошли в художественную школу, они должны ощущать это не таким образом, как будто они их отдали в музыкальную школу, как часто мы слышим именно такую формулировку. Они должны интересоваться, причем очень тщательно и скрупулезно, я бы сказал, чему они там учатся и чему они там научаются. И если заодно и самим приобщаться, потому что за одно поколение это не делается. И то, что мы имеем в сфере культуры, оно, к сожалению, опускалось многие-многие годы. Сейчас мы просто немножко пожинаем плоды и пытаемся поднять. Багато людей, закінчуючи музичну школу, потім ніколи не доторкаються до музичного інструменту. Це таке своєрідне слово сказати батькам: ось ви хотіли, щоб я мав документ про закінчення школи, отримайте, більше мене це не цікавить. Чи це правильно, чи ні, і чому виникають, дуже часто виникають такі життєві історії? Ну, конечно, возникают. Правильно или нет, тут сказать... Просто 7 років людина ходит, занимается там каждый день, або 3 на тиждень. Они в школу ходят 10 или 11 лет, это не важно. Потом могут ничего не делать. Это дело вовсе не в этом. Во-первых, то, что он получил, учась, оно бесследно не проходит. Даже если он говорит, что все, я закрыл крышку рояля, до свидания, больше я его знать не хочу, продайте его. Знаете, были многие примеры, когда человек так говорил, а потом проходило время, его вдруг это возникало. Не только потому, что он в какой-то компании решил блеснуть, как он, или ухаживая за девушкой, решил сыграть ей на гитаре. Нет, это есть. Это они, когда учатся в музыкальной школе, они учатся не только играть на инструменте, а они учатся жить, они учатся делать себя другим человеком. Поэтому я не считаю, что это ужасно плохо, если он после окончания школы понял, что он этим не занимается и заниматься не будет. Она бесследно для него не прошла. Ще одна тема, яку хочу торкнутися сьогодні в ефірі, це дуже популярний у наш час кавер-оркестри, які виконують саундтреки, які виконують відомі пісні, поп-музику, грають за допомогою класичних інструментів. Ви є керівником камерного оркестру Криворізького обласного музичного коледжу. Хочу почути ваш коментар. Це гарно? Чи це погано? Чи це така тенденція сьогодення? А що ж тут поганого може бути? Це дуже гарно, це дуже важливо. Просто таким образом человек, начиная приобщаться к такой музыке, вполне возможно, вдруг захочет послушать и что-то иное. Поэтому любое проявление... Знаете, есть такой в Голландии оркестр под управлением известного очень скрипача Андре Рея. Я почему об этом сейчас вспомнил? Просто там одно время играли две моих ученицы. Там ужасно красивые костюмы у них. Они играют популярную музыку. Они играют классическую музыку в своеобразной обработке. Ну что ж, они имеют свою зрительскую и слушательскую аудиторию. И через это люди приходят и к настоящей классической музыке. Возможно, что, знаете, Шостакович тоже не писал только одни серьезные произведения. У него есть и музыка к кинофильмам, и песни, очень много. Тем не менее, у вас был досвід кавер-оркестру? Лично у меня не было, но мы играем некоторые произведения, которые смело могли бы быть именно такими. А что вас зупиняет от такой творчести? Ваши особистые какие-то думки про то, что все-таки вы классик? Чи...
Нет, не в этом дело. Во-первых, круг моих интересов – это то, что вы сказали. А во-вторых, не забываем, что у нас камерный оркестр музыкального колледжа, то есть учебного заведения. Они должны сначала научиться играть точно, правильно, грамотно. Игра в оркестре – это целое искусство. Оно не совсем повторяет просто человек, который умеет хорошо играть один на своем инструменте. Есть свои законы, которые позволяют ему хорошо играть в оркестре. Поэтому великие музыканты прошлого, не имея возможности для долгих репетиций, все указания свои очень точно выставляли в ноты, и эти указания могли прочитать только подготовленные люди. Ви більше 50 років працюєте у музичному училищі. Скажіть, будь ласка, як змінювався студент за ці часи? Ой, трудно, конечно, сказать, потому что, знаете, как у человека, у которого много детей, он их всех любит и всех помнит. Вони різні? Конечно, разные. Час змінює людей чи просто люди різні? Я не думаю, что время меняет настолько людей. Не думаю, что человечество за последние там, 1000 или 1500 лет стало хуже или лучше. Дети наши иногда думают, что если они лучше могут управляться с разными гаджетами, то они умнее своих родителей. Ну, я их хочу в этом разочаровать. А дети, да, все-таки разные. И иногда то, что раньше считалось просто неприличным не знать, сейчас это, к сожалению, есть. Им не хватает общих глубоких знаний. Они и в своей профессии, к сожалению, знают маловато. Поэтому майстерні. Сейчас я вам скажу еще, извините, одну вещь. Знаете, я им в таких случаях говорю, знаете, вот вам есть вещи для вас неприлично, которые не знаете, если вы встретитесь со своими сверстниками, которые музыкой не занимаются, они вас что-нибудь спросят, и вы не сможете им объяснить, вам должно быть стыдно. Скажіть, майстерність за часи змінювалась? Ми зараз зможемо згадати 80-ті, 90-ті, 2000-ні. З якою рівнем майстерності виходили зі школи? Чи завжди були і гарні, і погані? Да. Я думаю, що зараз хороших, ну точно не менше. Скажіть, будь ласка, який відсоток ваших студентів продовжують навчання або працюють вже після навчання у вишах музичних, у музичній сфері? Ну, дуже багато. Я думаю, що в процентному відношенні трудно сказати. Ну, в останні роки, от як-то, знаєте, к атестації потрібно підводити, то почти 100% вони продовжують учебу в вузах. Во-первых, потому что ну, наш колледж, бывшее музыкальное училище, оно готовит очень хороших специалистов. Это нужно сказать по разным специальностям. И они котируются. Вот и у нас в Украине, да и в зарубежные учебные заведения поступают. А во-вторых, такая форма обучения, как платная, разрешила учиться в высших учебных заведениях, к моему сожалению, даже тем, кто туда не должен поступать. Скажіть, будь ласка, можна себе розвивати у промисловому місті, я зараз кажу про Кривий Ріг, якщо людина закінчила ваш коледж, музичне училище, закінчила і хоче бути музикантом у Кривому Розі? Чи є в неї такі можливості? Чи все ж таки потрібно шукати цих можливостей в інших містах або країнах? Ну, в некотором роді чоловік може себе розвивати везде. Но хотілося б, чтобы в таком громадном городе, как Кривой Рог, был какой-нибудь профессиональный оркестр. У нас есть муниципальный духовой оркестр, слава богу. Но хотелось бы, чтобы у нас был симфонический или камерный оркестр, или эстрадно-симфонический. Это уже не важно, какую он форму. Что заважает тому, чтобы з'явився цей оркестр? Ну, знаете, по статусу не положено. Считается, бюрократичні моменти? Ну, это как бы... А почему у нас нет филармонии готовой? У нас многие музыканты готовы были бы приезжать. У нас есть прекрасные залы. И зал
музыкального колледжа, и зал в театре, да и вот дворец студентов, там могли бы приезжать туда большие музыканты, они с удовольствием приехали. Но по статусу Кривому Рогу филармонии не полагается, стало быть, не полагается, он не областной город. Хотя мы же знаем, что у нас живет людей раза в два бывает больше, чем в некоторых областных. Вот і все. Деякі люди кажуть, що в Україні, а може і в Кривому Розі, важко заробити людям, які мають спеціалізацію саме музикантам. А іноді розумієш, коли дивишся на Захід, що поганий музикант і там дуже важко зможе заробити гроші, а гарний музикант знаходить себе і тут, і там, і всюди по світу. І навіть деякі музиканти коментують, що немає ніяких кордонів державних. Тобто музика, вона є одна у всьому світі, і можна не знати мову з людини, з якою ти спілкуєшся, але легко з нею грати в класичному оркестрі або в джазовому оркестрі. Что вы скажете на эту? Я только могу с этим согласиться. Ну, во-первых, о плохих давайте не будем говорить, о плохих музыкантах. Но мы можем сказать, что средние музыканты потом зарабатывают себе на жизнь и на Западе, и здесь. А элитных музыкантов, которые получают большие гонорары, которых часто показывают в программах разных, ну, их мало везде. На них в данном случае трудно равняться. Поэтому я хочу сказать, что у нас в городе тоже есть возможности для того, чтобы профессиональный музыкант хорошо играл, хорошо работал, ну и в меру хорошо зарабатывал. Я хочу поговорити про концерти. У нас вже немає часу говорити про минулі концерти. Хочу поговорити про концерти, які відбудуться у найближчий час, саме у залі музичного коледжу, або, як раніше всі його знали, музичне училище. Що найближчого часу саме з вашого профілю, з профілю класичної оркестрової музики буде відбуватися? Ну, по нашому, по скрипичному профілю, к сожалению, він вже пройшов вот на прошлой неделе, замечательний концерт и мастер-класс преподавателя, заведующей кафедрой Киевской Национальной Академии Музыки имени Чайковского Богданы Пивненко. Она играла сама концерт, концерт украинской музыки, привезла своих учеников и проводила мастер-класс с нашими учениками. Замечательное было концерт и замечательное мероприятие. И мы познакомились с новинками украинской классической музыки, произведениями Скорика, Сильвестрова и многих других. А на следующей неделе, вот в это, которая начинается, то есть послезавтра, к нам приезжает пианист с мировым именем Борис Блох. Его концерт состоится в четверг в зале колледжа в 3 часа, 15:00. А накануне, в среду, он будет проводить мастер-классы с нашими коллегами. Я хочу всех пригласить. Это действительно незаурядное мероприятие не только для нашего города, а вообще. У него концерты в Германии, в России, в Америке. Ну и вот, слава Богу, у нас в прошлом году были и в этом. Ну що ж, дякую за розмову. В кінці інтерв'ю хочу все ж таки запитати. Я розумію, що ви знаєте дуже велику кількість виконавців, дуже велику кількість композиторів. Може це таке дуже просте запитання, але хочу від вас почути найулюбленіший ваш класичний твір у музиці. О, ну это очень такой вопрос. Надо было предупредить, я бы точно подготовился. У меня столько любимых, не знаю, сейчас, сколько есть секунд? 2 секунды да. Есть? Вибирає. 5-я симфонія Шостаковича. На цьому ставимо крапку, якщо є можливість, ну хоча б у Ютубі, наберіть цю назву і послухайте, що подобається нашому гостю. Викладач, методист, керівник камерного оркестру Криворізького обласного музичного коледжу Юрій Абрамович Шильман був сьогодні в ефірі. Дякую вам, Юрій Абрамович, дуже за розмову, а вам, що дивилися нас, до побачення, до зустрічі. До побачення.